Я сейчас очень понимаю, ощущая на себе, когда уходит старое, да, старые законы, заходят новые, такой период трансформации, это, знаете, действительно похоже такое легкое, такая кратковременная какая-то такая слабость, неадекватность. Действительно, это проживаю, просто еще когда осознанно говорю, прошу Бог, высшие силы, род, освободите меня от всех старых родительских программ, старых неэффективных, вредных, деструктивных программ моего рода, чужих программ, да, вредных. Когда это все выходит, просто зеваю, просто все это тонны, наверное, уходит чего-то, вот пусть выйдет навсегда, и в этот период реально такое какое-то такое, какие-то доли секунды состояние очень такое, ух, и потом заходит новая энергия, прошу проживания, но и всегда выбирать жить по моей жизненной личной Божьей программе, для счастья и удовольствия, нравится, применяйте.